Хотелось бы еще раз обратиться к жителям города Славутич и к семьям наших работников, которые находятся на площадке. Хочу вас заверить, что ситуация по-прежнему спокойная. Люди работают, а у них все в порядке. Как уже сказал, продукты есть. Никто их особо не трогает, выполняют свои функции. Много было обращений, что вот там готовится какая-то акция по раздаче гуманитарной помощи. Подъехал военный автомобиль, с которого военные, не наши, а захватчики, разгрузили питание и перенесли их в диетзал, в котором они сами питаются. Официально заявляю, что ни одного работника ЧС, либо военнослужащего воинской части 3041 при этом не присутствовало. Поэтому можете быть спокойны, ни о какой гуманитарной помощи, раздачи ее быть не было. Наши люди обеспечены своими продуктами. И им хватает пока. Поэтому будьте спокойны, они на посту, они несут свою нелегкую службу, обеспечивают безопасность Чернобыльской АЭС. С ними все хорошо. Поддерживайте их, звоните почаще.